Всем доброго времени суток. И сегодня, как вы, наверное, поняли из названия, будут несколько неудачных проектов от Taito и от Namco. Начнем с Taito и с игры под названием Dino Rex. Как вы заметили, это файтинг про динозавров. На выбор дается 6 видов. У вас всего 2 кнопки для панча и для кика. Хотя зачастую это скорее укус и удар хвостом. Для того, чтобы прыгнуть, нужно нажать вниз, потом вверх. Ибо если просто нажать вверх, ваш динозавр начнет рычать. Это нужно для накапливания энергии, которой можно набрать аж 3 бара. В начале каждого раунда это делается автоматически. Эта энергия нужна для выполнения спешлов по нажатию обеих кнопок. В случае попадания, и если у вас есть в запасе еще энергия, то мэша по кнопкам можно еще добить врага. Помимо этого, у всех динозавров есть еще и спешлы с стандартным выполнением через вращение стика. Благо, перед выбором вам покажут, как эти приемы делать. После пары боев будет бонус уровень, в котором ваш динозавр переносится в наше время и крушит все подряд. Графика, как вы заметили, здесь оцифрованная, с использованием глиняных фигур, как было в фильмах 30-40-х годов. И фигуры эти довольно странные. Особенно фиолетовый толстый тиранозавр. Но на этом проблемы только начинаются. Управление работает довольно странно. На команды динозавра отвечают с неохотой. К тому же частенько управление у вас будут просто забирать. К примеру, когда вы перелетаете врага. Игра, видимо, не предусматривает того, что игрок может оказаться справа. Из-за чего в таких случаях ящеры просто тихо, мирно расходятся по углам, как будто в каком-то боксерском поединке. Hit Detection тоже непонятно как работает. Но самое главное это звук. А именно вопли этих треклятых ящеров. Они всегда вопят, кричат, рычат, и это пиздец как бесит уже, наверное, после первой минуты игры. И ведь самое бесячее, что для накопления энергии для спешлов нужно самому эти вопли включать. Пожалуй, единственное, за что стоит похвалить эту игру, это разрушаемость арены во время боя. Thank you.
Далее я хотел бы отметить одну игру от Taito, про которую, уверен, никто не слышал. Называется она Command War, и, к сожалению, существует лишь в качестве прототипа. Да, она таки и не вышла, и поиграть в нее можно только через MAME. Игра явно не закончена, ибо звука почти нет, выбор бойцов, в кавычках, невелик, а набор приемов и того скуднее. По сути, игра – этакий гибрид стратегии с файтингом. На карте уровня нам дают парочку юнитов, и мы можем дать им команду двигаться в том или ином направлении. Когда юниты сходятся, начинается непосредственно бой уже в стиле файтинга. Я видел в игре танк, истребитель и какого-то техногенного дракона. Все они играются довольно неуклюже, видимо, сказывается то, что игра на ранней стадии разработки. Приемов не хватает, некоторые кнопки вообще не задействованы. Но если честно, мне нравится сама идея этой игры. Из подобного, навскидку, мне вспоминается лишь игра Архон, только там была вариация на тему боевых шахмат. Я бы с удовольствием сыграл в эту игру в полной версии, но, к сожалению, этому сбыться не суждено. Возможно, проект заморозили из-за неудачи DynaRex. Хотя по мне лучше было бы наоборот. Ну и напоследок файтинг от Namco под названием Knuckleheads. На выбор всего 6 бойцов, и все с оружием. Уже второй файтинг 92 года и с оружием. Управление трехкнопочное. Кнопка для высокого удара, для низкого и для прыжка. Вся суть в том, что в этом файтинге можно драться 2 на 2, как в рестлинге, например. Да, первый файтинг с такой возможностью. Сказал бы я, если бы не одно «но». Точной даты выхода игры нигде я не нашел. Указано просто декабрь 92 года. Однако в этом же декабре вышел еще один файт с командными боями, о котором в следующем выпуске. Так что пускай это будет одним из первых. В связи с чем прыжок здесь вынесен на отдельную кнопку, а возможности пригибаться нет вообще. Про боевую систему еще стоит сказать, что для выполнения сильных атак нужно держать зажатой кнопку атаки. В этом случае вокруг персонажа появятся ауры, и если кнопку отпустить, персонаж выполнит сильную атаку. Однако можно зажать одну кнопку и после нажать другую, и таким образом также можно делать сильные атаки. К примеру, зажали нижний удар и нажимаете верхнюю. Спешлов у персонажей много, и выполняются они по большей части стандартными маневрами. Вроде вниз-вперед удар, вниз-вверх удар и так далее. К сожалению, все удовольствие от игры портит невероятно наглый комп. Мало того, что он ваш инф читает, так он еще и запросто может ваши атаки прерывать. У меня лично не хватило времени играть в нее до конца. К тому же секретных бойцов здесь нет, а в конце финальный босс — это просто ваш же персонаж. Однако для посиделок вчетвером, думаю, можно будет попробовать. Ну а на сегодня все. Как обычно, оставляйте комментарии, рассказывайте о канале друзьям. Если есть возможность и желание, поддержите проект. Ссылки в описании. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч!